директор музея. Здравствуйте. Еще раз, кого не видела, я хочу выразить слова благодарности всем художникам за такую прекрасную выставку. Благодаря вам и вашим работам наш музей превращается в маленькую художественную галерею, где наши бавлицы могут прийти и прикоснуться к прекрасному. Спасибо вам большое за такую выставку. И именно ваши работы – это пример для наших молодых художников, к чему они должны стремиться. И сегодня я хотела вручить благодарственные письма от отдела культуры и от музея. Благодарственное письмо вручается Мингазову Мударису Мухидиновичу за активную часть в организации проведения выставки. Также благодарственное письмо вручается Шабиеву Альберту Казинуровичу. Письмо вручается Ибрагимову Камилю Набиахметовичу. Лазарчуку Анатолию Александровичу. Семирееву Рашиду Сунгатовичу. Айдару Нурмухаметовичу.